16-канальный IP-видеорегистратор для организации систем безопасности с высокодетализированными трансляциями с камер наблюдения. Сегодня у нас на распаковке регистратор Tahoe DHI AVR 4216 4K S2L. Сетевой регистратор позволяет записывать архив с видеокамер и работать с ним, в том числе производить просмотр и поиск по архиву, а также скачивать данные. Устройство поставляется в фирменной упаковке и комплектуется блоком питания из двух частей, мышкой для управления, комплектом для подключения двух SATA-накопителей, сетевым кабелем, документацией и диском с ПО. Модель рассчитана на использование 16 IP-камер с разрешением до 8 мегапикселей, скоростью записи до 30 кадров в секунду и выводом видео в разрешении до 4К. Есть поддержка 265 кодека. При записи архива это сэкономит место на жестком диске. Видеорегистратор выполнен в классическом черном корпусе, общими габаритами не более 38 на 28 см, при толщине 56 мм и весом 1,6 кг. На переднюю часть вынесены USB-разъемы и 4 светодиодных индикатора. Статус активности, жесткий диск, сеть и питание. Все прочие разъемы расположены на тыльной стороне. На задней стенке находится клавиша включения устройства, разъем для блока питания, HDMI и VGA-выходы для мониторов, аудиовход и аудиовыход для микрофона и внешнего динамика, USB-разъем и, наконец, RJ45 для сетевого кабеля. Еще здесь предусмотрены контакты для подключения тревожного входа-выхода и винт для заземления. Для хранения и записи данных могут быть применены два накопителя SATA, емкостью до 8 терабайт каждый. Они не входят в комплект и приобретаются отдельно. Внутри корпуса предусмотрен вентилятор активного охлаждения, так как работа накопителей предполагается в режиме 24/7. Подведем итог. Этот регистратор от компании Tahoe подойдет для различных областей применения. Например, общественная безопасность, транспортная сфера, а также образовательные и финансовые учреждения. Он работает на базе Linux, совместим с многочисленными устройствами и станет оптимальным решением для работы в системе наблюдения.